Малая ГЭС в Аламюдюнском районе эксплуатируется вот уже более 90 лет. И все это благодаря мастерству персонала и регулярным ремонтным работам. Гидроагрегат номер 1, малая ГЭС, текущий ремонт жүрөт. Был ремонт, ремонт талаплат. В настоящее время на объекте проводится текущий ремонт. Здесь в двух цехах работает по 10 человек, и на ремонт требуется 2 дня. А это второй агрегат, который вырабатывает 250 киловатт. Лишь один из действующих агрегатов должен вырабатывать 200 киловатт-часов электроэнергии в час. Но за последние 10 лет мощность значительно снизилась. Несмотря на это, Чуйская область по-прежнему снабжается электричеством. Гидрогенераторы мы ремонтируем каждые 4 сезона, ну а капитальный ремонт проводим раз в 4 года. На текущий ремонт нужно около 3 миллионов сомов. Необходимо поменять все запчасти, которые со временем изнашиваются. На текущий ремонт уходит почти 500 000 сомов. Своевременная очистка воды увеличивает мощность станции. Специальная машина каждые 2 часа проверяет сетку для сбора мусора. Особенно весной вода загрязняется различными отходами. Не секрет, что большинство малых ГЭС нуждается в полной реконструкции. В стране проводились исследования для поиска подходящих территорий для строительства этих объектов. В последние годы государством создаются все условия. И в настоящее время по всей стране на стадии строительства более 20 малых ГЭС. В настоящее время строится Баласаруйская ГЭС. Буквально на днях подписано соглашение по строительству объекта на Уртутокойской ГЭС. Для инвесторов государством созданы хорошие условия. Как результат, объекты строятся во всех регионах страны. Кыргызстан имеет высокий потенциал по производству электроэнергии с помощью малых гидроэлектростанций. Условия позволяют возвести объекты, способные вырабатывать мощность в 960 мегаватт и производить до 142 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Улан Касенов, Бекжан Токтосонов, Алатау 24.